Программа детского отдыха все время обогащается новыми формами интересного досуга. Акция «Летний семейный выходной» действует в нашем районе уже не первый год и успела понравиться как горожанам, так и жителям сельских поселений. Мы побывали на Театральной площади, где в выходной день рядом с городским домом культуры была организована работа передвижной интерактивной площадки. Для детей и молодежи работали станции «Бой подушками», «Гига-шашки». Ребята пытались облачиться в мягкие рыцарские доспехи, чтобы в необычном поединке выяснить, кто все-таки сильнее и ловчее. Дети могут приходить с мамами, с папами, с бабушками, дети разного возраста, где могут они провести время, бесплатно все это предоставляется. И я считаю, что это очень хорошо, весело, где можно действительно хорошо отдохнуть. Родители были очень рады, что в стремлении как-то разнообразить досуг их детей, они не одиноки, им готовы содействовать и помочь полноценно отдохнуть вместе с детьми. Сегодня субботний выходной, и можно прийти с ребенком поиграть. Вот здесь на площади, это очень хорошо, что такие вечера организуются для наших деток. Мне очень нравится, хотелось бы побольше таких развлекательных, потому что детки хотят внимания, хотят, чтобы что-то новое у них удивляли. Веселая музыка сопровождала проведение акции «Летний семейный выходной», в ходе которой ее организаторы, активные общественники и волонтеры пытаются найти новые подходы, заинтересовать славянцев, чтобы они еще не раз приходили сюда для отдыха всей семьей. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».